Всем привет! Сегодня мы с вами будем собираться вместе, и я покажу вам, как я сделала вот этот макияж, который вы сейчас видите на мне. Но макияжем далеко все не ограничится, потому что я сегодня хочу с вами затронуть достаточно важную тему, а именно мошенничество. Я вам расскажу истории, с которыми я лично сталкивалась, и, возможно, дам пару советиков, как распознать мошенничество, в том числе и в салонах красоты, а это, собственно, наша тема, потому что у нас с вами бьюти-канал. И идеей создания этого видео послужил один комментарий моей подписчицы. Ирина, расскажите, пожалуйста, о шарлатанах косметики, обо всех этих антивозрастных кремах от морщин, моментального действия и прочих дорогущих средствах, которые принуждают женщин покупать в кредит. Моя подруга чуть не влипла, и мне звонили много раз, предлагали немецкую космецевтику. Вы признанный авторитетный бьюти-блогер, думаю, из ваших уст женщинам будет важнее услышать предостережение, чем от левой соседки, которая якобы просто завидует, потому и отговаривает. За всю мою жизнь у меня было несколько случаев, когда я была достаточно близко к тому, чтобы меня развели, и если я вас заинтриговала, то давайте приступать. Я решила, что сегодня я хочу бросить сама себе вызов, ну, так, относительно, и сделать макияж в той гамме, которую я обычно терпеть не могу на себе, и это какая-то красноватая гамма, и я буду использовать свою самую любимую и обожаемую палетку теней Dose of Colors Frankation, и в этой палетке, на удивление, я использую абсолютно все оттенки, даже этот синий, черный, зеленый, естественно, само собой, кроме вот этого. Он даже отчаянно так называется «try me», то есть «попробуй меня», а я все как бы его игнорирую и игнорирую. И я не сильно буду комментировать макияж, потому что я хочу пообщаться немножко на другую тему с вами, поэтому я сразу скажу, что я буду сегодня танцевать вокруг вот этих вот матовых оттенков, ну и, соответственно, вот этот оттенок будет доминантный. В общем-то, что я вам это объясняю, вы в начале видео уже смотрели, как выглядит этот макияж, и сразу хочу сказать, вы знаете, абсолютно никто не застрахован от развода, от мошенничества, могут развести и меня, и вас, и вашу подругу, маму, неважно кого. Все зависит от уровня этого развода. Я хочу начать именно с развода в салонах красоты. Это тема, с которой я столкнулась не единожды, а несколько раз, и до сих пор продолжаются вот эти звонки. Раз приблизительно в полгода я получаю очередной звонок от неизвестного номера, и девушка с приятным голосом мне говорит, что я выиграла бесплатную процедуру в их салоне, или что кто-то там делал эту процедуру у них в салоне и как бы оставил мое имя. Таким образом, я как бы вторую получаю бесплатно, благодаря кому-то, кто, в общем-то, мне ее, грубо говоря, подарил. Я уже просто кладу сразу трубку и блокирую номер, потому что я даже не хочу на это тратить время. Но я расскажу о первом случае, с которым я столкнулась, когда я еще не знала, что это развод. Так вот, приблизительно эта схема выглядит так. Вам на мобильный телефон звонит неизвестный номер, вы поднимаете трубку, и вам, в общем-то, говорят что-то в стиле того, что вам светит, в общем-то, халява. Так вот, ты начинаешь слушать о том, что это все бесплатно, тебя начинают записывать, ты определяешь время, которое тебе удобно, там они говорят, куда тебе нужно подъехать и так далее и тому подобное. Кульминация. Тебе говорят, что у них на самом деле были такие случаи, что на процедуру записывался один человек, а приходил второй. Поэтому в любом случае нужно какое-то удостоверение личности. Ну, у меня при себе всегда есть права, потому что я езжу на машине, и, естественно, при мне всегда права. Поэтому я говорю, ну да, я, в общем-то, права принесу. И тут мне говорят, нет, права не подходят, нужен паспорт и, внимание, идентификационный код. Она мне опять начинает вешать лапшу на уши, что это нужно для того, чтобы удостовериться, что это действительно я. Меня это, естественно, сразу же насторожило, потому что не бывает такого, что для банального посещения нужен код. Если паспорт, ладно, с паспортом я еще хотя бы чуть-чуть могу согласиться, но уж код точно, абсолютно, никогда, ни в каких случаях не нужен, кроме как каких-то финансовых, когда вы собираетесь, например, брать кредит, открывать там счет в банке. Ну, я и сказала так, ладно, я записалась, я вас поняла,
короче, если что, я вам перезвоню. Я сразу же, не уходя далеко от кассы, начинаю эту историю гуглить о салоне красоты, о паспорте с кодом, и, естественно, я нахожу все эти схемы развода. И там, кстати, есть несколько ответвлений, то есть могут быть разные варианты, и... Самый наглый из них и самый жесткий, это когда вы приходите в этот салон, он выглядит таким полупустым, то есть какие-то там полочки, какой-то еле-еле декор вы там увидите, но по большому счету больше ничего. В кабинетах обычно тоже какая-то полочка, какой-то там один инструмент напоминающий, как там одна девушка в интернете писала, инструмент ей напоминал розовый вибратор. Кстати, самый жесткий вариант развода – это когда вы приходите на ресепшн, говорите, что вы пришли там на ваше время, вас просят, соответственно, документы, которые вас попросили принести, вы их не глядя даете, вас в это время отвлекают какое-то, хотите там чай, кофе, капучино, гадание на картах Таро и так далее. В это время девушка на ресепшене очень быстро вбивает ваши данные в договор кредита, распечатывает его вам и преподносит его вот так вот на ресепшене, открывая сразу последнюю страницу, где нужна ваша подпись, и говорит: подпишите здесь, что вы получили эту услугу. И расчет идет на то, что вы, находясь вот в этой суматохе, сразу не глядя поставите свою подпись и пойдете туда в кабинет получать свою желанную бесплатную услугу. И что самое интересное, услугу вам таки предоставят, то есть вам там что-то повозюкают этим вибратором по лицу. Но все открывается тогда, когда приблизительно через месяца два вам звонят с банка и говорят, что у вас там уже пеня набежала, что у вас просроченный кредитный платеж. Вы начинаете говорить: какой нафиг кредитный платеж, я ничего, никакой кредит я не оформляла. А вам говорят: нет, оформляли, вот у нас тут кредит в такой-то, такой-то фирме от такого-то, такого-то числа. И тогда человек понимает, что его развели. И если вы вынесете хотя бы что-то из этого видео, пускай это будет не макияж и ничего того, что связано с косметикой, но самое главное, о чем я вам хочу сказать и что хочу, чтобы вы запомнили на всю свою жизнь. Никогда, ни при каких обстоятельствах ничего не подписывайте, если вы не прочли, что вы собираетесь подписать. И вы знаете, многие из вас сейчас могут подумать: ну, конечно, я никогда ничего такого не подписываю, но очень часто я вижу, вот буквально каждый первый приходит в какие-то учреждения, ему дают что-то на подпись, и он подписывает это не глядя. Даже если это какая-то банальщина по типу того, что вы пришли в банк, встали в очередь, засунули туда кассиру реквизиты, по которым вам нужно сделать платеж, и вам потом предоставляют чек, на котором вы должны подписаться, а второй дают вам, собственно, на руки. И в этих чеках тоже... Вот просто 99,9,9,9,9,9,9 подписываются не глядя. И в то же время я очень часто была свидетелем разборок, когда какая-то очередная женщина скандалила там на все отделение о том, что реквизиты указаны неправильно, и что деньги ушли неизвестно куда, а потом они зависли, и в зависимости от политики банка они могут там провисеть и до месяца, а может даже еще больше, в зависимости от того, куда вы их там отправляли. И, естественно, там ор стоит на все отделение: как? Я ждала реквизиты, вот тут вот на бумажке сама писала каллиграфическим почерком, но в то же время... Ты же не удосужилась их и проверить, когда тебе дали квитанцию. И это гораздо труднее решается уже постфактум, когда операция произошла. И еще, кстати, знаете, какие бумажки очень часто подписывают, вообще не задумываясь об этом? Когда вам подсовывают какой-то клочок бумаги, на котором написано: «Я ознакомлен с тем-то, тем-то». И ты подписываешь. Ну, как бы это вроде как рутинное занятие. И, кстати, я хочу проверить, сколько из вас делают эту ошибку и подписывают разные бумажки не глядя. Вот если вы так делаете, вот признайтесь честно и поставьте лайк этому видео. Ну, и если что, ставьте лайк просто, если вам понравилось это видео, потому что если у меня будет 0 лайков, то тоже как-то не очень. Недавно, кстати, у меня тоже был пример. Я подписывала достаточно серьезный договор, и там тоже было вот такое вот дополнение в стиле: я ознакомилась с тем-то, тем-то, и я девушке на подписание этого договора говорю: а я не ознакомилась, вы меня не ознакомили с этим. Да, там
ничего интересного. Как бы нормальный ответ. Но я тут же сказала, нет, нифига, я хочу ознакомиться, если я должна это подписать, я должна это прочесть. И она, конечно, с такими закатанными глазами встала и демонстративно пошла искать то, что мне нужно было. И всем видом показывать, что я задрот и вообще задолбала я ее, потому что все эти подписания у нее обычно занимают 10 минут, а я уже сижу час, читаю договор и вообще морочу ей голову. Она бы лучше в косынку на компьютере поиграла, чем вот это тратила на меня время. И я вам сразу здесь тоже хочу сказать, то, что вы читаете эти документы, и если вас что-то там не устраивает, далеко не означает, что эти документы изменят под вас. Потому что иногда такое случается, когда особенно это касается работы, и ведешь переговоры с кем-то, и тут натыкаешься на какой-то пункт в договоре, который тебя не устраивает, и в процессе переговоров ты можешь прийти к тому, что этот пункт изменят или вообще уберут с этого договора. Но часто в таких организациях, там где все по шаблону, под тебя никто не будет подстраиваться. То есть самое главное на этом этапе просто прочесть это и выяснить, насколько вы с этим согласны, то есть насколько вы защищены в этом плане. И если там что-то такое, что просто категорически вас не устраивает, то вы просто-напросто можете не подписывать этот договор и уберечь себя. Так вот, это я вам рассказала самый жесткий вариант развода, а чаще всего, ну, по крайней мере, из того, что я прочла в интернете, чаще всего вам изначально оказывают эту услугу в салоне красоты, но при этом постоянно спрашивают у вас какие-то личные вопросы, по типу, а вы замужем, а где работаете, а где живете, ну, то есть такие вот вопросики, по которым можно приблизительно понять, какой у вас достаток. Ну и после того, как вам эту процедуру оказали, чаще всего начинают либо давить на жалость, либо пытаться запугать. Если выбирается вариант давить на жалость, то, скорее всего, тот косметолог, который вам выполнял эту услугу, начинает вас слезно умолять купить какой-то там уходовый набор по баснословной цене, и вплоть до того, что, пожалуйста, купите, если вы не купите, у меня сегодня последний будет день на работе, дома у меня семья, она голодает, кушать нечего, за аренду платить через 2 дня, денег нет, в общем-то, короче, последняя надежда на вас, пожалуйста, спасите меня, иначе я завтра окажусь просто под мостом и буду там умирать, и это будет на вашей совести. И все мы знаем вот это вот неловкое чувство, когда даже приходишь вот банально в какой-то магазин косметики, и консультант за тобой ходит по пятам, там что-то тебе советует, а потом говорит, отнести это на кассу. И бывает настолько неловко сказать «нет», что большинство людей говорит «ну да, ладно», и выкладывают деньги даже за то, что им нафиг в принципе не нужно. Ну а второй вариант более жесткий, то есть вам предлагают купить опять-таки тот же чемоданчик барахла, но при этом начинают так жестковато прессовать, по типу, как это вы не купите, вам вот мастер над вами только что работал там час, вам предоставили бесплатную услугу, а вы что думали, что все настолько прям бесплатно? Нет, теперь вы должны купить этот набор, потому что недавно вышел даже такой закон, и вы что, уголовный кодекс не читали? Там вообще-то такая статья есть. Так, я у себя в коллекции отрыла еще 2 пигмента от KM Cosmetics. Один называется «Солнечная корона», и это такая насыщенная красная фуксия с намеком на клюкву, знаете, на такой дуохром с клюквой. И второй нежный персик, это вот персиковый оттенок. Я хочу попробовать вот красную корону на эту часть нанести, а персик во внутреннюю часть нанести. Во внешнем уголке сейчас я сделаю тупую стрелку с помощью карандаша от Maybelline. Это новый карандаш Tattoo Liner. И, кстати, возьмите его на заметку, потому что карандаши эти обалденные просто. И, кстати, я когда о чем-то эмоционально разговариваю и при этом делаю макияж, макияж у меня обычно получается какой-то такой себе, и потом нужно исправлять некоторые ошибки или недочеты. Ну, люди, я не Цезарь. Я подчистила зону под глазами, и сейчас самое время нанести консилер. Я буду использовать консилер от Sisley. И, кстати, я, наверное, нашла такую идеальную комбинацию, как мне нравится его наносить. И я его обычно наношу по орбитальной кости, немножко во внутренний уголок. И растушевываю не спонжем, а пальцем изначально. И можно даже это делать не глядя, вот так вот смотрю наверх.
И спонг, к сожалению, этот консилер растушевывает не настолько хорошо, как палец. Потом, когда мне все нравится, я могу еще слегка пару раз пройтись спонжем, чтобы впитались излишки, потому что если будут излишки, то они, скорее всего, западут в морщинки. И когда все у меня готово, я беру влажный спонж. Это, кстати, другой спонж, который мне уже не жалко. Набираю пудру, прихлопываю ее несколько раз по руке, а потом прохожусь по консилеру. И перед тем, как наносить консилер на другую сторону, я вспомнила, что я не использовала праймер. Ладно, я сейчас, наверное, им воспользуюсь на все лицо, кроме вот этой вот зоны, потому что сюда я уже нанесла консилер, еще и закрепила его пудрой. А праймером я хочу сегодня воспользоваться от Annelie. Это праймер, который корректирует красноту. Для меня это сегодня максимально актуально. Этот праймер, он не просто корректирует красноту, в нем также компоненты, которые могут помогать с этой проблемой. Естественно, не лечить, это не уход ни в коем случае, это все-таки декоративная косметика, но в то же время немного какой-то дополнительный бонус можно от этого получить. Я на нижнем веке сделаю достаточно стандартную тушевку, буду использовать всю ту же палетку и вот эти раз, два, три оттенка для того, чтобы ее сделать. После этого я сразу к вам вернусь и расскажу еще о некоторых случаях, которые со мной происходили. Знаете, с чем просто категорически не сочетается красный макияж глаз? С красным лицом. Поэтому я решила, что сегодня мне нужна какая-то плотная тональная основа. Я сейчас взяла свою тональную основу от La Mer, потому что она действительно очень хорошо перекрывает, но при этом она максимально комфортно ощущается на лице. Ну а если вернуться к нашей теме развода, то еще недавно буквально, ну как может быть с полгода назад приблизительно, я продавала свою старую камеру, на которую я снимала видео раньше, так как купила эту, ну соответственно та мне уже была не нужна. И я разместила объявление о продаже на сайте OLX. В Украине все его, я уверена, знают, а в России аналогом является сайт Авито. Ну и как-то в один прекрасный день раздается звонок. И мужчина говорит, что ему очень интересна эта камера, он прям сильно заинтересовался. Вот именно о такой камере он всю жизнь и мечтал. При этом, знаете, первое, что было мне подозрительно, это то, что он, в принципе, особо вопросов не задавал, потому что, ну, если бы я покупала бэушную камеру, я бы уж точно спросила, как она долго там в пользовании, где покупали, когда закончилась гарантия, может быть, есть еще гарантия. Короче, он мне говорит, что я согласен купить вот просто сегодня. И я так сразу обрадовалась, думаю, класс, наконец-то я продам свою камеру, потому что уже она полгода где-то в объявлениях висит. И он говорит: единственное, я живу не в Одессе, а под Одессой. Он говорит, ну я заплачу по безналу. У меня как бы вопросов на данный момент никаких не возникает. Я думаю, ну ладно, хорошо, давайте так. Он говорит, единственное, я хочу ее забрать не на новой почте, а я пришлю своего друга. Он посмотрит, что камера действительно существует, что вы ее действительно продаете, она в таком же состоянии, как вы говорите. И если все хорошо, мне друг звонит, я сразу же вам в тот момент перевожу деньги, вы проверяете деньги поступления, как бы отдаете другу камеру, если все окей. Ну, на данный момент у меня возникло какое-то такое легкое подозрение, что что-то здесь нечисто. Но, тем не менее, я думаю, ладно, я в тот момент очень сильно хотела продать эту камеру, поэтому я думаю, ладно, хорошо, я встречусь с вашим другом, мы договорились на тот же день, на вечер. Кстати, на скулы я постараюсь сейчас нанести хайлайтер от Makeup Revolution Starstruck. Он доохромит вот таким вот от розового до лилового. Мне кажется, вот в этом макияже это будет прикольно смотреться. Так вот. В условленное место и время приезжает не друг, а самый что ни на есть банальный таксист. И как бы этот таксист в таких непонятках на меня смотрит и говорит, как бы, ну, тут мне сказали что-то забрать, я не знаю, там вроде техника какая-то должна быть. Я набираю этого чувака и говорю, ну вот, как бы я стою, здесь не друг ваш, а таксист. Он говорит, ну да, друг не смог, я решил заказать такси. Внимание, он решил заказать такси из Одессы в Одесскую область. И как бы все нормально, при этом сам он приехать не захотел. Я ему говорю, ну, тем не менее, как бы я здесь, вот таксисту я показала, что камера есть. Он говорит, отлично, я сейчас перевожу вам деньги. И что вы думаете, буквально в течение 3 минут мне на телефон приходит смс-сообщение, где
отправитель — это не какой-то номер, а, знаете, когда, например, какая-то организация вам присылает, там сразу пишется, например, там, я не знаю, Pizza Hut. И ты видишь не номер, а видишь именно название этой организации. Так вот, там в названии организации было указано название моего банка, и эта смс-ка как бы вам зачислим платеж на такую-то сумму, то есть на ту, которую мы с ним договорились. Естественно, на телефоне у меня стоит приложение этого банка. Я захожу в это приложение, проверяю, конечно же, денег там нет. И весь развод заключается в том, что вам отправляют смс-ку якобы от этого банка. И на самом деле есть очень много сервисов, которые имитируют разные имена. Платите какую-то там определенную сумму за этот сервис и можете написать там Марья Ивановна Enterprises и как бы с этого номера как бы отправлять всем смс-ки. И таким образом как бы я получаю эту смс-ку, у меня должно создаться ощущение, что все по-настоящему, деньги зачислены мне на карточку, я отдаю фотоаппарат, таксист уезжает в закат, развод удался. В качестве бронзера я сейчас пробую вот такой вот новый от Maybelline, это линейка City Bronzer, и у меня это оттенок Medium Warm. И да, вот это, наверное, для меня была одна из самых потенциально опасных ситуаций, когда я ближе всего была к разводу. И последний случай, о котором я хотела бы вам рассказать, о нем, наверное, очень вскользь, потому что все они между собой более-менее похожи. Короче говоря, тоже это было связано с объявлениями на OLX, абсолютно похожая схема. Тоже человек позвонил, тоже сказал, что он обязательно будет покупать, но... Как всегда, здесь есть одно «но». Он мне говорит, да-да, я плачу на карточку, только учтите, что платеж придет от организации, а не от частного лица. Но в чем, собственно, тут фишка? В тот же день вечером поступает звонок от номера, который очень похож на номер, с которого обычно, ну, реальный банк звонит. И у меня случается такой разговор. Этот якобы представитель банка, он мне говорит, вы ждете платеж на такую-то сумму от организации? Я говорю, ну да, жду. Он такой, согласно законодательству Украины, статья такая-сякая, короче, ваша карта сейчас заблокирована из-за того, что вы хотели провести нелегальную операцию, ну или, короче, какая-то такая чушь, то есть он очень много говорит, при этом оперирует какими-то там статьями, чего-то там, ну, вроде бы как, чтобы это умно звучало. Я начинаю это все в мозгу прокручивать и анализировать. И он мне говорит, для того, чтобы сейчас разблокировать вашу карту, мне нужно, чтобы мы с вами выполнили несколько шагов. Окей. И он начинает меня спрашивать разную информацию, как представитель банка, и заканчивается это тем, что он просит пароль от входа в онлайн-банкинг. И тут я понимаю, что здесь что-то явно нечисто, потому что ни один сотрудник банка не будет спрашивать такую информацию. Поэтому я тут же вешаю трубку и сама звоню в банк на указанный на сайте телефон и с первым попавшимся менеджером выясняю эту ситуацию. И слава богу, что я так сделала, потому что мне менеджер сразу же сказал, что это развод, не ведитесь на это. А параллельно, как я с ним говорю, мне вот тот вот чувак наяривает и просто там 500 пропущенных вызовов. И здесь вот самое главное, если вы с кем-то говорите, вам кто-то представился кем, вы не знаете, кто по ту сторону телефона, поэтому самый безопасный для вас способ – это просто повесить трубку и позвонить на горячую линию этой компании. Ну вот и все. Я очень надеюсь, что это видео было для вас полезным в первую очередь, наверное. Возможно, я пару жизненных уроков вам дала, особенно если вы еще молодая девушка, ну или парень, и как бы сильно много с этим всем не сталкивались. А если сталкивались, вот просто очень вас прошу, пожалуйста, напишите свою историю в комментариях, потому что и мне будет интересно узнать о каких-то новых схемах, и всем остальным, я уверена, тоже будет интересно почитать комментарии. А на этом у меня все. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему палец вверх, так как это очень развивает мой канал, и можете поделиться им своими друзьями, подругами, потому что все мы ненавидим мошенничество и очень обидно попадаться на удочку. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь. Здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает другие мои видео. Если вы их не смотрели, вот предлагаю вам еще немножко со мной задержаться и посмотреть их. А если вы их уже смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.